Сегодня самое доброе утро отмечает день рождения. Но для всей нашей творческой бригады это рабочий день. И, кстати, наша рубрика «Зарядка для успеха» как раз сейчас расскажет, как гармонично планировать свое время, чтобы успеть все. Этот сюжет, думаю, очень пригодится и вам, друзья. Ну что, давайте посмотрим. Самое доброе утро. Меня зовут Ольга Полищук. Хотите все успевать в этой жизни? Сегодня я вам расскажу простые правила планирования рабочего времени. Правило первое. Планируйте заранее. Если вы планируете неделю, то лучше это делать в пятницу. Если день, то лучше это сделать вечером. За выходные либо за ночь мозг и ваш организм настроятся на грамотную расстановку сил и на то, чтобы дать вам все возможные ресурсы. Второе правило достаточно жесткое. Расставляйте приоритеты. Важное, неважное. Срочное, несрочное. Либо вообще неважное для меня. Слышу от многих, а у меня все важное. Не надо себя обманывать. И тогда вы успеете. Но не все, а то, что вам действительно нужно. Правило четвертое. Набросайте список мелких заданий и в каком-то перерыве сделайте это. Например, стоите в пробке, либо кого-то ожидаете. В этот момент можно кому-то позвонить, продумать следующее дело, ну или выучить 3 английских слова. Правило пятое. Делите крупные дела на мелкие, и тогда они точно никогда не будут зависать и всегда будут выполняться. И напоследок, планируйте не только работу, но и личные дела, особенно самые важные. Трудоголизм зачастую заключается в том, что мы ответственно и с умом подходим к рабочим вопросам. А важные вещи, такие как дети, семья, здоровье, остаются за бортом. И пусть сегодняшний рабочий день обязательно будет результативным, радостным и очень насыщенным.